Видимо, видимо, есть видимо, невидимо. Видимо, видимо, есть, есть видимо и невидимо. Благая весть. Моя благая весть заключается в том, что я принес радостную новость. Кроме современной идеи построения мира вокруг каждого из нас, существует и альтернативные версии. Что, если есть другая идея, кроме современной научной концепции, что все вокруг нас появилось в виде большого взрыва, из ничего все, и мы летим там, слиплись, и где-то на окраине галактики, в непонятно какой системе, на какой-то кусочке там камня завелась какая-то живая жижа, которая выросла потом в червя, а потом доросла до человека. И вынуждена жрать слабого, потому что такая эволюционная ситуация. Какие могут быть коучи, которые расскажут тебе, как жить счастливо в этом прекрасном мире, который каждый из нас построил в своем уме? Конечно же, наши мысли – это наше все. Так зачем же, как можно же быть счастливым, осознавая себя маленьким мясным комочком на окраине галактики? Как? Нужно ли есть побольше овощей в такой ситуации? Аругула. Поможет ли аругула? Благая весть заключается в том, что для того, чтобы быть счастливым, нужно заменить центральную идею на более простую и понятную. Старая, ведическая идея, по-детски смешная. Но звучит она очень просто. Я не мое тело. Я не мой ум. Я бессмертная сама. Я не больше, чем большой палец на твоей руке. Я настоящий, прячусь в пещерах своего сердца. Маленький, настоящий я, сидящий внутри прекрасного мускулистого тела, управляющий прекрасным умом. Что-то нечто. И учитывая, что в моем сердце
действительно существует проводящая система сердца. И она действительно размером с большой палец. И то, что я живу, я должен сказать спасибо моему сердцу, которое бьется той самой автономной системе нашего сердца, которое производит и производит электрические импульсы. Почему бы тогда не принять мне эту историю? Да. Я живу благодаря биению моего сердца, где самозарождается электрический импульс. Да. Все, что нужно теперь, это задать вопросом самого себя. Погоди, значит, я могу управлять телом? Разве я могу управлять умом? Конечно. Конечно. И радостная новость заключается в том, что это на самом деле не так сложно. Это ощущение, прекрасное осознавание самого себя доступно. Добро пожаловать. Присоединяйтесь в нашу группу, где доказывают твое бессмертие. Гитару нежную, видимо.